Привет! Это Reborn! У Дениски Карамышева вышел новый ролик, называется Speedrun. Че, неужели он будет игры здесь проходить на скорость? И, видимо, за 12 минут он собирается пройти Battlefield 4, Overwatch, как его вообще можно пройти, Deep Rock, Galactic, что это вообще такое? Payday 2, я не помню, как там есть однопользовательский режим или нет, и Diablo 3, вот это мне больше всего нравится. Короче, давайте смотреть, думаю, будет весело, как и обычно, погнали. Итак, господа. Чатику привет. Здорово. Моим братанам-ограблятелям привет. Мы начинаем первое ограбление. Только чур это, давайте по стелсу. Ищите, давай. Воруйте там банкоматы, воруйте, все воруйте. Не банкоматы, их связывай сейчас. Может, этих женщин? А зачем убивать людей-то просто так? Ты же вор, а не убийца. Да, можешь. Чем больше мы людей это завалим, тем быстрее полиция приедет. Кто-то пробежал бабу и замокрил просто. Так, ладно, походу. Я не понимаю вообще, кто это был. Сразу все решили украсть или что? Конечно, мы все. Мы весь город украдем вообще. Город засунем в карман. Город огромным мешком просто. Какие ценности пропагандирует эта игра? А тут, кстати, на экране загрузки есть подсказки. Одна из подсказок – не делайте такого в реальной жизни. А, да, серьезно? Да. А то мы бы без вас бы не догадались, да? У меня турелись. Вася, там еще турелись, прикольно. Денис, а почему ты на трупе поставил турель? Ну, чтобы он не убежал никуда. Я по дороге считал, что вы собирались по стелсу проходить это вот по стелсу. Капец, что это за фигня? Здесь куча трупов. Это что за бред? Да, да. Мертвые молчащие трупы. Это стелс. Ну, видишь, нет свидетелей нашего преступления. О, хеликоптер он пролетел. Это уже бабла, походу, да? Ты смотри. Ох ты, блядь, он прям возле меня. Неплохо. Все, нету хеликоптера. Он разбился. Ёб твою мать, еще один вертолет. Привет, вертолет. Здорово. Серега возродился. Да нихуя себе, я отреспался. А, это Overwatch? Блядь, какое паскудное место. О, блин. О, буддист. Что это? Опа, тоже Overwatch. Добрый вечер. Я что-то подумал, что это Вовка какая-то, что? Такая же рисовочка немножечко, хотя, блин, Blizzard же. Печатал. Так, я поехал. Ой, я что паду, я что паду, нет. Дрифтовать надо, дрифтовать. Мазафакер. Есть оружие ближнего боя под названием Мазафоркер. Да, да, что-то, конечно же. Хотите забацать себе свой собственный трехмерный Мазафокер? Нет, не хочу, давайте немножко перемотаем. Мазафоркер, блин. Хорошо. О, Диабло. Обожаю Диабло. Проходил ее. Если хотите, чтобы я прошел Диабло еще раз, да? Ну или поиграл хотя бы на втором канале на стриме. Пишите в комментариях. И на второй канал не забывайте подписываться. Сегодня, кстати, там вышла новая серия прохождения Желаст. Желаст. Of Us. Us. Ну я, короче, вас очень жду. Давайте смотреть дальше. Ну а пока что вернемся к нашему месиву из 1001 игры. Сайд, ты тут себе магичку взял, да? Да, он и в этом Dark Souls'ах за магичек херачит. Конечно. Так, да, ты чё, он сейчас стримил этот, блять, как он называется? Неох. Неох, и там у него, сука, вот эта анимешная женщина с кошачьими ушами. Кошка-девочка. Сука. Ёбаный зоофил. Слышь, зоофил, это просто кошачьи уши. Смотри, какая у меня елда. Фига себе. Один тут, блять, с кошачьими ушами, второй член. О, вчетвером играет. А, втроем. Блин, и так интереснее, наверное. Девка с елдой бегает. В смысле, членодевка? У меня вполне себе женский персонаж, между прочим. Видишь, какие у меня челки охуенные? Вот баба, мужик может такие челки носить? Нет? Да. Может. В определенных районах. Саня вырос в глазах чата. Ну, хоть где-то. Какие вы мрази тоже. Бля, нам нужно собирать ебанаты, если что. Что это? Ебанаты. Бля, зато и мои дыры теперь жуки лезут. А что за игра это? Deep Rock Galactic, что ли? Прикольно выглядит, слушайте. Надо мыть иногда ее. Ну. Отдавай. Че это? Отдай минерал. Это ограбление? Нет, это Патрик. Ну че, все, наверное, да? Давай 24-го докачаемся и все. Давай. Ненавижу 23-й. Вот клянусь, не просто ненавижу 23-е число. Почему? Оно мерзкое. Не спрашивай, просто давай докачаемся, ладно? Не спрашивай, я просто придумал какой-то тупорогий аргумент только что. Нет, я правда не люблю это число. Бессмысленный. Он тупой какой-то, неправильное. Ну, спасибо. Ну, спасибо, у меня день рождения 23-го. У меня день рождения 23-го. Это как бы не делает тебя плохим человеком, ты что-то начинаешь, братан. Просто мерзкий ты какое-то число.
Ну ты же, он же не на ваш-то родился 23-го. Ну в смысле, блять? Кто-то торопил его там из вас вылазить конкретно в этот день? Что? Он неосознанно. Ну блять, ну что? Это подсознательное было. Подсознательно, сразу видно, что человек брать. Простите, я просто шучу. А то вам еще обидится. Хорошо. У меня какая-то сахарная вата в стакане. Ты что кидаешься? Я уже, потому что я выжрал уже, имею право так себя вести. Бля, я уже просто... Нифига, она там прям исчезает оттуда, прикольно. Буквально нихуя не вижу. Сука. Можно еще? Господи, мне плохо, парни, мне физически плохо от происходящего. А что за игра? Это вот это вот Deep Rock Galactic, реально? Блин, выглядит прикольно. На Thief of Tavis, или как там называется? Thief of Tavis, да? Или как? Как это так? Охуенно же, мышку начинает уводить в стороны. А, я, кажется, упал на пол и валяюсь в кабине. Ну-ка, пойду на тебя посмотрю. Я тут где-то башкой в шкафу застрял и умираю. Я могу тебя заревайвить. Заревайви, да, я потому что что-то погиб. Проходит 2 часа, вы сидите в жуковском отрезвителе, а маленький жук-мальчик рассказывает милиционеру, где Денис его трогал. Господи, я пытаюсь стрелять по противнику вдали, а у меня их двое, не понимаю, по кому нужно целиться. Да, да. Прицел-то, блин, один при этом. А я думал, что живет, короче. О, это босс, пацаны, босс вылез! Господи! Какая-то... О, нихуя! Это какая-то огромная... Посмотрите, там огромная ебака! А поднять ты меня, пацаны. Он меня выкинул нахуй вообще отсюда. А я один остался? ГГ, да? Сейчас я кого-нибудь подниму, у меня есть мгновенное поднятие одного человека. Хоп, поднял. It was at this moment that he fucked up. Блять! Слушай, я почти выжил. Я еще раз тебя подниму, не сы. Да, а как он выжил, блин, с такой высоты, непонятно. Пизда. Все погибли. Но нехуй, потому что бухим на задание ходить, вот как я. Согласен полностью. Лепик. Если провально. Димона принесли. Ты смотри. Так аккуратненько, двумя пальцами. Ты еще типа теоретически живой, но так не очень. Петя сверху просто вылетел такой. Смотри, вот моя, это... Мой хорни-баклажан. Ну да, я тебя понимаю, я поэтому голубцы ненавижу. А, я люблю голубцы. Типа это, блядь, котлета, обернутая в какую-то мразь. Не котлета, а по-другому чуть-чуть называют, тефтелька. Невкусную. Поэтому я всегда, когда мама делала мне голубцы, такой, мам, забери капусту. Да-да-да-да-да-да, у меня такая же происходила в детстве. Я всегда грозил ей органами опеки. Бедная мама. Трейсер, мочите. Опять сейчас упадет. Бам! Лол! Я догнал трейсер. Так, все понятно. Целиться в этой игре не для меня. Беру Винстона. А Винстон что делает? Курит. Винстон, хи протек, хи атак. Химонг. Сейчас еще один чувак на улице подойдет, готовьте его вязать. Сэль, это, блядь, с машинганом бегает по улице, людей пугает. Все нормально. Валите всех. А ты что полетел-то, слышишь? А я не видел троса, ты просто взлетел, короче, и поехал. Мы тупые ограбители, зачем мы грабим лабораторию мета, когда ее штурмуют? Ты ничего не понимаешь в ограблениях. Тут я согласен абсолютно, но, блядь, это как какой-то тупизм. Че, в другом месте нельзя поварить, что ли? Ой, сюда жирный пришел, ребят. Ой, что блядь. Флешки нехило въебывают. Не, у меня что-то вообще хорошо стало вообще, пацаны. Так зачем нам мед? Давайте просто флешками кайф ловить. Глушак нацепить, вот что я понял. Чтобы никто не слышал, как ты сосешь. Мне кажется, глушитель не так работает. Господи, пацаны, я лежу на этой точке уже минут 30, мне страшно вылезти отсюда. Повсюду война, какие-то выстрелы, ебать, я голову высуну сразу. Бомба-тролль. В меня крылатая ракета полетела от капитана. Шикардос. Глядывающий пиздец, Денис. О, это похож на Ролана Перлмана, блин. Господи, ты этот, Перлман. Да.
прям копия. О, слушай, у меня последний перф на медике этот. Я могу на вас покричать и поднять. Да, это медицина по-румынски. Да, это, кстати, очень полезный навык, на самом деле. Доктор, у меня рак, вставай, блядь! Ну ты вот шутишь, а так, это так и звучит, чтобы ты понимал. Так показал бы хоть. Что? Кто? Ах ты сука! Нифига себе, красавчик! Вот ты косой, братан. А давайте что-нибудь другое. Ликвидация. 3 на 3. У нас как раз... Ты что, замолчал? До трех считаешь? Да нет. Секунду, пацаны, мне надо сосредоточиться, да? Надо было убиваться в реально нажраться просто перед игрой. В жизни ты имеешь в виду? Ну да. Бля, у меня лежит бутылка прайда одна, но это не нажраться, это так. О, господи! Слушай, эта штука... Ты видишь, что происходит? Бля, футбол инфектор какой-то. Это два выстрела, и ты труп. Да и её, в принципе, недолго вы убивали. Меня раздавило буром. И меня. А, мы все сдохли. Сложный уровень, слишком сложный. Не, давай лучше на легком пить. Мы, блядь, слишком тупые просто. Нас раздавил собственный бур. Какого хрена он упал туда, где вы стояли, что за бред? Игра решила вас просто трахнуть. Очень сложно, блядь, мы не прошли проверку на тупизну. Мы за спидранили, блядь. Да, это спидран. Пиздец, позор ебаный, надо просить удалить этот стрим, вообще не выкладывать запись никогда. Господи, меня какая-то феечка Винкс убила, что это вообще такое? Это, по-моему, последний герой, который вышел. Пальцами в меня стреляет, своими ногтями не стрижными. Фингербэнг устроил. Сюрприз, бат-секс. Ага. Да запрыгивайте, тварь! Ну ладно, я сам виноват. What the fuck? А, это Сайдед! Это я был, да. Сука. Привет, Сайдед. Привет, Денис. А, Вайпер, пошел нахуй! Пошел нахуй! Вертолет за мной до сих пор летит, походу, обстреливает. Сука! Блять. Да ты-то как тут оказался? Я вообще не с тобой воевал, а с Вейпером. Я просто повсюду. Ну, в натуре, я куда не сунусь. Everywhere I go, I see his face. Да. Everywhere I go, I see his face. Шикардос. Они там еще и танцуют. Ой, это просто офигенный был выпуск. Я, блин, проржался. Вот я хочу, чтобы у них чаще выходили ролики про разные игры. Потому что так живее, меняется контент, и это гораздо смешнее и интереснее смотреть такие видосы. Правда, Диаблы, почему так мало Диаблы? Типа, всего лишь один или два момента было всего по Диаблу, все остальное, типа, другие игры. Я хочу Диаблы больше! В следующий раз, пожалуйста, сделайте так. Короче, друзья, шикарный видос, лайк я уже поставил. Дениске и его команде огромное спасибо. Вы не забывайте, кстати, подписываться на мой второй канал, там будут выходить много видосов по играм. И стримы по играм, наверное, тоже будут там проходить, так что подписывайтесь. Но если вам понравилась эта реакция, не забывайте ставить под ней лайки, подписывайтесь на этот канал, оставляйте комментарии. С вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр, всем пока.